Военно-транспортный факультет у Белорусском державном университете транспорта был створен в 2003 году. До этого на протягу 50 годов тут действовала военная кафедра. На ней были закладены традиции подрыхтовки высококвалифицированных специалистов, запотребованных как в вооруженных силах, так и у господарчо-промысловом комплексе. Основная цель – это, конечно же, быть полезным Республике Беларусь, делать все для того, чтобы исключить войны и военные конфликты. Для того, чтобы был мир, необходимо уже сегодня, в мирное время, выполнять комплекс мероприятий по стратегическому сдерживанию. Самым урочистым моментом мероприемства стало принятие присяги на верность родиме курсантами военно-транспортного факультета Белорусского державного университета транспорта. Урочистую клятву молодые люди промовили у присутности своих родных, близких и старейших товарищей. Ее текст новобранцы ведают на память. Лист в руках на выпадок, коли хвалявание все же возьме верх. До речи, не глядячи на хвалявание, гэты отказный традиционный ритуал першокурсники переодолели выдатно. Чувствую волнение, потому что мне была удостоена честь сказать пару слов за весь мой коллектив, весь мой взвод, а защищать свою родину, своих родных и близких – это почетно и важно. Строевый крок и последовательность деяний. Курсанты военно-транспортного факультета Белорусского державного университета транспорта урочисто уступили у гоноровые шероги оборонцев родимы. Теперь их чекает серьезный курс подрыхтовки у отповедности с учебной программы, как что дня володовать новыми ведами и умениями, которые обовязково спотребятся у житті. Александр Лупиненко, Вероника Ворошилина, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель».